Привет всем! Меня зовут Денис, и с вами новая рубрика «А что будет, если?». Сегодня у нас один из самых популярных запросов в сети «Что будет, если отсканировать зеркало?». Одна из самых мистических теорий гласит о том, что можно увидеть образы всех людей, которые отражались в зеркале. Кто-то думает, что после сканирования появится отражение всех механизмов сканирующего устройства. А юные физики-теоретики предполагают, что свет, отраженный от зеркала во время сканирования, воспримется устройством как чистый лист, вследствие чего картинка будет белой. Давайте все-таки проверим, какая же из теорий правильная. А поможет нам в этом многофункциональное устройство Epson XP320. Также нам нужно зеркало без оправы. Аккуратно кладем зеркало на поверхность сканера и прикрываем крышкой. Нажимаем кнопку «Старт». Распечатываем отсканированное изображение и посмотрим на результат. Итак, вы готовы узнать, что же у нас получилось? Вот он, момент истины. Это с другого ролика. Ой, извините. Вот он, темный прямоугольник. Ну прямо квадрат Малевича. В целом ничего сверхъестественного не произошло. Сканер сам себя засветил. Жаль, а так хотелось, чтобы подтвердилось. Мистическая теория. Итак, если вам понравился ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, отправляйте видео своим друзьям. Пишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть в рубрике «Что будет, если?». С вами был Денис, до новых встреч, пока!